Всем привет! Это я. Я нахожусь в лесу, но я вот только вышла. Надо же коровки пасутся. Я только вышла вот на краю деревни. Собираю я землянику. Банку вот, полтора литра банку взяла. Вот уже я столько набрала. Вот. Земляники много. Но вчера ходили за вениками, посмотрели, земляники много. Я решила собрать на варенье немножко. И наткнулась вот на грибы. И вот один уже срезала. Вот он, я не хочу руки пачкать. Вот он хороший такой вот грибочек. Вот второй. Сейчас я его срежу. Если хороший, я его возьму домой. В общем, взяла на всякий случай пакет и ножик. Думаю, грибы, если попадутся, я их соберу. Вот попались два грибочка. Ой, вот собираю. Пошел дождь, представляете? Мелкий, ну такой моросит. Вот лазаю тут по лесу. Я не знаю, где плантации большие. Люди знают, ездят туда. А я хожу по лесу. Вот такая здесь вот мелкая земляничка. Там покрупнее. Вот я уже вот столько набрала. Это полтора литра здесь. Вот мне немножко осталось. И моросит дождь. Я вот пришла сюда. Вот так вот собираю. Вот. Немножко грибочков набрала. Но здесь я уже все собрала. Здесь такие вот маленькие плантации. Вот. Сыроежка. Вот сыроежки. Я сейчас схожу за сеткой, там сорвала несколько грибов. Вот земляничка на кустиках. Вот я ее собираю. Сейчас я возьму сетку. Я оставила сетку возле вон там лесной дороги. Я немножко собрала грибочков. Я обычно ведро беру под грибы. А это я взяла сетку и маленький ножичек. Вот у меня сетка. Вот так хожу и собираю. Вот лес. Это здесь вот близко возле деревни. Я далеко не заходила. Хожу я, не знаю, где плантации с земляникой, потому что люди собирают такую крупную земляничку. А я вот хожу возле деревни, вот здесь собираю вот мелкую такую. Сейчас я покажу свои грибочки, что я тут собрала. Вот, вот такие грибы. Вот хорошие грибы. Это вот белый, по-моему, гриб называют. Сыроежка. Сейчас сыроежка, это тоже вот такой большой гриб. А этот вот срезала, не знаю. Да нет, вот он целый. Я червивые не беру, сразу срезаю. Вот сейчас срежу, посмотрим. Целый нет, сыроежка целая, вот не червивая. Обычно сыроежки, они быстро, это черви, еще вот хорошие грибочки маленькие, а уже черви на них. Вот сыроежка. Ну все, вот столько пока собрала. Не знаю сейчас, вот дождь кончился опять. Я хотела показать, что вот пошел дождь, был ветер, комаров не было в лесу. Был ветер, комаров в лесу не было. Вот, сейчас... И вот дождь опять кончился. Но сейчас могут, если ветра не будет, вылетят комары, сожрут. А я не мазь, ничего, я думаю, не нашла мазь, куда я ее засунула. Ну ладно. Вот я нашла ее. Еще один грибочек. Вот так вот он хорошо растет. Вот такой вот хороший, свеженький. Я его сейчас срежу. Вот столько я уже набрала земляники. Осталось немножко.
Дождик, слава богу, кончился. Вот еще две сыроежки. Маленькие такие. Вот. Ну там много вон сыроежек, но они уже старые. Вот я собрала столько грибов и столько вот там вон жучки попали. Вот немножко мне осталось. И вот столько, это пол-литровая банка, все повторяю здесь раз. Ой, пол-литровая, полтора литровая банка. Вот мне осталось немножко совсем собрать. А запах обалденный. Я хотела не это показать. Смотрите, сколько в лесу ландышей. Наверное, когда они цветут, очень было красиво. Но я вот в лес не ходила. Прям вот ландыши везде, ландыши, ландыши в траве. Одни ландыши. У меня дома есть ландыши, мы из леса приносили. Ну, совсем они не цвели почему-то в этом году. Я хотела показать, сколько ландышей в лесу. Вот. Хочу показать свои руки. Вот. От ягод все пальцы красные. Когда собирали эту как чернику, все пальцы были темно-синие, можно сказать, черные. Ой, какие здесь цветы красивые. Прям лесные цветы такие красивые. Прям идешь целые полянки. Хотел колокольчики домой нарвать. Но что-то мне их так жалко. Смотрите, какая прелесть. Ну как вот такую красоту рвать? Вот ромашечки цветут. Не буду рвать. У нас в лесу цветут вот такие колокольчики. Такие красивые. Вот они на ветру колышутся. Они такие большие. Я пробовала их дома посадить. Ну, знаете, какая прелесть. Вот идешь в лесу, вот там, но, наверное, не видно. Там вот цветет, там цветет. Везде такие красивые. Они мне так нравятся. Я пробовала дома у себя посадить. Но почему-то они не выросли. Вот так вот стоят на ветру, колышутся. Это наш лес. Лес у нас большой. Я один раз заблудилась. Пришла только домой в 11 часов на следующий день. Вызывали собаками. Искать пошли уже. Поэтому сейчас хожу. Если одна в лес иду, то уйду только с кем-нибудь. А так боюсь. Ну все, я сейчас доберу. Вот у меня немножко осталось. Вот я собрала уже почти всю баночку. Вот. Чуть-чуть сейчас осталось. Сейчас я дособираю. Здесь вот немножко есть. Вот. Я сейчас дособираю, она мелкая, правда, здесь, но есть. И запах хороший, лесная, и все-таки это. Ну, я раньше всегда ходила, потом года два, наверное, перестала ходить. Неохота что-то было, не стало, не было ее просто. Сейчас немножко есть, собрать можно. Я ходила туда, там, по той стороне, где раньше я собирала, вот год назад или два. Вот. Там почему-то вот травой, где зарастает, ее нету. И она что-то как исчезает, что ли. И где вот я раньше собирала, почему-то там ее нет. У нас здесь на машинах куда-то ездят, вот местное население. Я не знаю, где эти, наверное, плантации, может быть, на поле целое. Но я не знаю, где это. У нас машины нету, чтобы ездить. Я вот хожу по краю деревень, собираю. Ну ладно, всем пока-пока. Все, что хотела показать, показала. До новых встреч.